Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Всем хай! С вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 3. В прошлом видео моего лица не было, и вы все потребовали, чтобы я его вернул. И теперь, благодаря вот вашим отзывам, я понял, что я никогда больше не лишу вас своего лица. Я что должен делать? Спаситесь. А, спаситесь от существа? Ха, да ерунда. Оно было здесь, по-моему, да? Да, я отсюда пришел. Нет там никого существа. Упси-дупси, а куда же мне идти-то? Нам нужно будет выйти сейчас. Выходим и сразу направо на лестницу. Ясненько. Что у нас из оружия есть? О, блин. Ладно, будем пестелем пользоваться. Ребят, давайте попробуем. Оп! Да что ж такое? Чертов, не работает нормальное уклонение. Старс, это оно. Надо выбираться скорее. Это тварь Немезис. Что здесь? О! Скорей! Удерживаем! Он идет за мной! Да? Где-то там. Он где-то там. Не сюда. Черт! Пришел со своей... Охренеть у него... Бежим, 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 бежим. Дайте мне разыграться чуть-чуть. Ну и экшен. Ну и экшен. Где он? Стоит, палит. Зачем он? Зачем он это делает? Я же уже ушел. Все. Я же уже ушел. Лестница горячая становится. Ай-ай-ай-ай-ай. Какой-то отстой, мы идем наверх. Ну, здание-то просто сгорит, и я упаду. Прямо сейчас. Черт, у меня геймпад подключен и вибрирует. Не вибрируй. Я так напуган до ужаса. Хорошо, хорошо, хорошо. Умница. Что здесь? Сейвка. Прекрасно. О май гад. Опа, стоп. Давайте почитаем. Уведомление о задержке сноса. Вовремя можно почитать, как раз таки, да. График сноса изменен из-за продолжающихся народных волнений. По соображениям безопасности электрооборудование, включая генераторы, перемещено на крышу для хранения там. Вход на территорию закрыт до прекращения беспорядков. Просьба сотрудникам оставаться дома и ожидать дальнейших инструкций. Спасибо тому, кто писал это, что подчеркнул зелененьким нужный мне текст, важную для меня информацию. Окей. Здесь, кажется, мы будем сражаться. Это босс. Мне нравится, как всегда, все, когда прыгают эпично, они кулаком так вниз опираются. Ладно, за дело. Одолейте существо. Вообще здесь не уважает существо. Это же Немезис. Почему его не называют здесь? Ой. Он что-то там поджег. Что он делает? Что он делает? Ой, 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 ой. Ладно, благодаря огнемету он не торопится совсем. Давайте посмотрим, что у нас есть в нашем арсенале. Нет, наш арсенал... Стоп! Стоп! Стой! Ой-ой-ой-ой-ой! Подпалили мне. Черт! Придется заманить его в другое место. Что мы можем здесь заюзать? Патроны! Конечно. Давайте. Раз-раз-раз-раз-раз. Открывайся. Что это? Взрывающиеся боеприпасы. Слушайте, нам, походу, просто надо его дубасить. Так, объединить. Объединить с... Ничем мы не можем их объединить. Но мы можем ими стрелять просто, да? Давайте попробуем. Здоров. Ему плевать! Вон еще травка. Хорошо, просто его дубасим. Все, забили. Я думал, может быть, нам нужно какие-то там генераторы будут включать.
Может, еще разок по нему попадем? Оп! Да ты крут! Да ты необычайно крут! Смотрите, генератор перестал искриться! А вот... Да как ты? Хорошо, я знаю, чего ты не увернешься. Вот от этого, например... Оп! Черт, задел. Гад. Гад. Ходячий гад. Стоп, может быть, по его баллону... Да, хватит меня жарить. Может быть, по его баллону нужно выстрелить? Оп. Стоп. А, пора кушать. О, кстати, да, сразу объединить. Да! Черт, забыл подзарядиться. Не, мы не можем юзать генератор. У нас есть патроны. Слушайте, конечно, нельзя его подпускать так близко. Слушайте, он задолбал уворачиваться. Походу, все-таки надо стрелять только по его баллону, чертову. Где он? Что? Они специально это сделали, чтобы ты не стоял за коробочками, да? Хорошо, все будет гореть. Можем по нему попасть? А! О, это хорошо, я придумал. Есть! Давайте, что, нож ему воткнуть? Блин, как страшно! Ой, что-то мне прям неприятно сейчас стало. Какая тварь. Ну-ка, давай еще один. Не получается. Прыжок сейчас будет делать. Есть. Ну-ка. Да задал. Ой. Все. У меня закончились патрончики. А. Я знаю, он сейчас сделает еще один чардж. И тогда мы по нему из этой штуки, из гранатомета, пожалуйста. Стоп. Нет, мы не можем. Не можем рисковать. Давай, подлечились. Хорошо. Вот. Ни хрена себе. Еще три. Три боеприпаса. Я думаю, я сдохну. Давай. Давай, ускоряйся. Ускоряйся на меня, блин, я сейчас сдохну. Я сейчас прям... Стоп. Есть. Давай, накидай ему. Накидай ему. Да блин. Хорошо, тогда просто ждем, пока эта штука снова зарядится. Ай. Долго заряжается что-то. Беги, Джилл. Ноль смертей, прошу тебя. Нет, еще рано. Сейчас все будет, ой, что-то... Что-то все горит. Прошу тебя, да! Не жалко ли такой твари еще одного взрыв-патрончика? Давай, Джилл, прыгай. Фу, нормально. Ни единой смерти, представляете, получилось. Хоть я и все патроны слил. Она того стоила. Он ведь не сдох, да? А!
ни секунды покоя, прям кайф. Получилось? Да, конечно же, нет. Конечно же, блин, нет. Что у нас? Ничего. А, давайте объединим. Карлос, это Джилл. Меня слышно? Слышно, хорошо. Ты в порядке? Ага. Эта тварь мертва. Отлично. По делам ей. Чем ты думала, делая из себя живца? Тебя же могли убить. Даже не начинай. Так было надо. Знаю. И... Спасибо. Метро снова работает. Дуй обратно. Давайте. А как вот отсюда? Мы вот сюда как-то придем, да, получается? Ну что ж, начинаем снова. Как всегда, Евгений будет стараться оббежать зомби. Я должен отточить этот навык, понимаете? Навык уклонения. Надо понять, как он работает. Вот. А, отметочка, да? Сработает? Нетушки. Погодите, а если просто... Мы можем просто осмотреть замок? Нет, не можем. Ладненько. Тогда нам сюда. О, ура, травка. Ага, это оружейный магазин. Взрывчатка. Самозарядный ствол. Что мы можем... А что мы можем с ним сделать? Деталь для дробовика. А, давайте-ка объединим. Есть. 6 патронов. Они уже в стволе, что ли, были? Забрать. Забрать. Потом что-то, по-моему, там что-то еще было. Не было, не было, не было. Черт, Джилл. Кен, да ты в порядке? Ага, в порядке, это слишком... Это с натяжкой, если... Прости, я немного нервный. Неизвестно было, чего ожидать. Да неужели? Слушай, мы на метро вывезем людей из города, ты с нами? Метро? Что ж, неплохой вариант. Когда мы выберемся, дел у нас будет много. Человек с твоими навыками нам пригодится. Что-то не так? Ничего, просто сейчас не лучшее время. Слушай, за меня не переживай, попробуй придумать что-то еще, ладно? Там же его дочка, да? Уж постарайся, лучше тебе оружейника не найти. О нет, не твори глупостей. А, это ж твоя работа, да? Береги себя, Джилл. Ты это ж из второй части, да, чел? О! Ключ от ворот Кендо. Прекрасно. Эй, Джилл, и последнее, если ты отправишь на станцию, загляни в служебный переулок у магазина, хорошо? Ключ висит на стене. А, ну да, я уже все. Папа. Все хорошо, конфетка моя. Все хорошо, хорошо, девочка. Хорошая девочка. Собственно, да, мы можем сейчас это все объединить. Хранить, а вот это взять... И объединить. Та-дам! Зажигательные боеприпасы. Давайте... А, мы так не можем сделать? Ладно, тогда просто перезарядим. Есть. Что ж, ребят, прогресс. Неплохо справились, ни разу не сдохли. Разве это не заслуживает лайка? Прямо сейчас, лайкосика. Шикарного, прекрасного, самого сочного в мире. Спасибо. И еще взрывчатка. Ну ты моя радость. Давайте пока не будем... Да, не будем пока выкидывать ее в хранилище. Я думаю, она скоро пригодится для того, чтобы... По-моему, реально во второй части мы здесь с Леоном спускались.
Мне нравится и всегда нравилось в Резиденте, что тут не просто толпы зомби, знаете, как в Ходячих и так далее, огромные, а здесь скорее так парочка. Это сравнимо тому, что ты можешь в переулке повстречать каких-нибудь бандитов, да, каких-нибудь проходимцев. Так, что-то мне не нравится, что у него рубашечка двигается, я так и знал. Ой. Пожалуйста. Сколько? Сколько надо в тебя? Я думал, он падает. Он так пошатнулся, я думал, что он упал. Урод. Да что ж такое? Ого, я смог. Пожалуйста. Да почему я промахиваюсь? Нет, 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 нет. Так, погодите. Четвертое. Давайте запинаем, запинаем. Зарежем. Резать повсюду. А теперь... Это выкинуть. Да. Нет, 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 нет. Открой. Вот так. Я попадаю ведь? Есть. Как рубашечка, да, спалила, что он собирается на меня напасть. Окей. Что это за место? Она, в принципе, недалеко осталась. А, бонус. Я во второй части вообще их игнорировал. Помнится. Уп. Так. Нет. Нет. Пах. Стреляем. Он открывает свое лицо. Есть. В целом, тактика понятна. Как у меня дела? Внимание. И куда мы попали? Ага, переулок. Но можно еще пойти наверх, а вось там будут какие-то прикольные бонусы. О, не зря, не зря, Евгений. Есть. Мы можем еще зарядить? А, мы можем только менять. Либо те, либо те. Зажигательные взрывающиеся, понятненько. Газета. Колонка писем Raccoon Times. Дорогой редактор, пишу потому, что меня всерьез беспокоит Crystal Promenade. Это лучшее место в центре города для прогулок с детьми на выходных. И нет магазина популярнее и суровее кошелькам родителей, чем Toy Uncle. И трудно не заметить, что в ветреные дни большая статуя у входа трясется, словно ее держит пара жалких винтиков. Если в людный день статуя потеряет голову, дети могут серьезно пострадать. Я уже в третий раз жалуюсь управляющему, но он не торопится что-то делать. Неужели мы не пошевелимся, пока не произойдет катастрофа? Нет уж, пусть полетит только одна голова управляющего. Смертельную ловушку пора убирать. Тимоти Уайлз, 69 лет. Понятно, спасибо за подсказочку. Так пустынно. Забавно, что баррикадировались всем, чем могли. Видите, телефонные будки, урны, все сдвинуто. Ну где ты это взял? Где ты это взял? Было бы забавно, если бы он из этого чемодана достал бы что-нибудь поменьше. Такую маленькую-маленькую штуку, но нереально смертоносную. Воу! Бегом! Товарищ, бегите отсюда! Там сумасшедший! Смог! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! 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 Все, мы уже почти здесь! Да как ты надоел мне! Да, вон там улей, уже все, мы дома почти что. Джилл, ты в порядке? Карлос, эта тварь снова насела на меня. Шутишь, что ли? Ты же вроде убила. Да я так сказала, для красивого словца. Мне тоже так казалось. Да... Да ты мне дай хоть, не знаю, передохнуть. Что мы должны сделать? Ох, нифига себе.
Вот бы игра поменяла сейчас драматически, если мы смотрим, камера отдаляется, а у нее ног уже нету. И вот надо играть, вот это было бы прям напряжением. Знаете, как в комиксе «Ходячих»? А, кто читал комикс «Ходячих»? А то я сейчас спойлерить буду. Когда Рику... Спойлеры, предупреждаю. Когда Рику руку отрубили, для меня это было что-то такое шоковое, потому что... Как? Как теперь персонаж будет... Для меня впервые такое, что персонажу как-то по-настоящему причиняет серьезный вред, серьезный ущерб, который кардинально меняет все. Джул, ты слышишь? Думаю, что я в курсе, как затормозить эту сволочь. Возвращайся на станцию. И привести его прямо к вам? Все в порядке, поверь мне. Окей. А мы можем еще объединить? Не можем. У меня уже полный инвентарь. Дерьмово. Скорее, скорее, скорее. Я бегу на станцию. О, блин. А у этого Немезиса с собой нету водяной пушки, случайно? Где мы? Нам через магазин пончиков-то всего лишь нужно пройти. Всего лишь, который закрыт, сволочь. Погодите, погодите! Да я бегу! Да я бегу! Сейчас еще голова такая взрывается. Почему бы и нет, да? Ой. Свеча! Вот, вот сюда нам надо. Не нужно нам в магазин пончиков. Открой! Джо, сюда! Бегу. Кровь. Что, кто-то умер, что ли? Откуда он эти снаряды достает? Опа, есть! Взрывчатка. Эй, ты в порядке? Беги, беги. Ну же, да забудь о нем! Сейчас он это же самое сделает, нет? А, нет. Пушку, пушку! Молодец. Ну же, давай выбираться отсюда. Гоу! Доберитесь до платформы. Давай, давай, давай. Это не остановит его точно. Че, ты посмотрел на меня? Странно. А, спасибо. Спасибо, что помог. Он, наверное, ждал похвалы. Карлос, я понимаю, у нас поначалу не все сложилось, но спасибо за помощь. Эй, ты же первая спасла меня. Ты гораздо храбрее меня. Что гораздо важнее, мы теперь сможем их вытащить из города. Ага, ты будешь в безопасности. У тебя случайно зеленой травки не найдется? А ты? Судя по всему, я не сяду на поезд. Почему? Поступят новые приказы. Если это значит, что я помогу спасти город, меня это вполне устраивает. Первый приказ — это подстричься. Реал, я не знаю, будучи вот военным, который обладает навыками в боевых искусствах наверняка, как ему позволили с такой прической ходить, непонятно. Потому что за нее легко же ухватиться, и это нарушит все планы джиу-джитсу. Что? Что ты стоишь? Мы должны диалог провести или что? Нет, ладно, я пошел. Отличная работа. Твоя репутация вполне оправдана. Забирайся, поезд скоро уходит. Карлос, Тайрелл, у вас есть приказы. Возвращайтесь в город и отыщите Натаниэля Барда. Это же не последний рейс из города, правда? Не волнуйся, как только гражданский будет в безопасности, поезд вернется. Все в порядке, поезжайте. Я у тебя на руках умирать не собираюсь, чтобы ты осталась в этом холодном и жестоком... Да, хорошо. Надо отыскать этого ученого, его вакцина нас всех спасет. Видишь? Ты учишься. Важна лишь твоя собственная жизнь. Удачи. Поехали. А где я это доказал, что моя жизнь только важна?
По-моему, я самопожертвованием занялась. 29 сентября. 2 часа ночи, вагон метро. Ты же не думаешь, что книжный червь вроде Барда до сих пор жив, правда? Я это знаю из достоверного источника. И что, что, переживаешь за напарников или еще что-то? Забавно, как безмозглые зомби смогли поймать в засаду взвод. Врата-то были закрыты. Как думаешь? Что это было? Почему этот выродок все не подохнет? Дядь Джилл, их уже не спасти. Давай сюда. Всех жителей, всех гражданских убили. Николай, что вы делаете? Она не меня преследует. Николай! Да ладно! Get over here! Прочь с моего поезда, дрянь! Два русских было на поезде. Один злой, другой хороший. Я уже не знаю, чему верить. Это же командир, который сейчас взорвался, он же русский тоже, да, по идее? Сентября, 2:34. Западные ворота участка. Прошло много времени. В метро уже наверняка безопасно. С твоей горячей штучкой? Нет, она не такая. Другой такой на свете нет. Ладно, не теряй голову, Ромео. Это полицейский участок. Ты уверен? По-моему, больше похоже на кладбище. Что, что мы должны? Ладно, пошли. Просто идем. Что у меня есть? Автомат, пистолет. Хорошо, патроны. Весь стандартный набор. Давайте сначала с пистолета начнем. Я же пистолет взял в руки. Брэд, прекрати! Ти! Нет, мужик, только не ты! Извини. Черт, заперто! Стой у двери, я займусь этим ублюдком. Он какой-то активный. Блин, да все, вот тебе. Извини. Да почему? Почему? Просто почему? 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 Да умри же ты! Ты чем ты выделяешься среди остальных? Как они это объяснят? Первый зомби в Резиденте, который что-то сказал. Они, он из Старс. Да, он может нам пригодиться. Ага, тот самый участок. Ну да, конечно же. Забавно. Что это получается как во второй части, тут, ой, ну и в ранних резидентах тоже. Ты бегаешь по тем же самым местам. Да. Куда подевался этот коп? Не знаю, мне плевать, у нас своих дел по горло. Если наши разведданные не врут, Барт в офисе Старс. Давай найдем его и арестуем. Арестуем? Я думал, это спасательная операция. Карлос, посмотри-ка. Я нашел офис Старс, он здесь. Не забывай, Барт был в курсе самых темных тайн Амбрелла. Он знает, что мы попытаемся держать его под колпаком. Значит, спасательная операция будет больше похожа на операцию по задержанию. Учту. Я открою, чтобы ты пролез. Оставайся здесь и узнай, что происходит в участке.
Ага, сообщу, если что-нибудь найдется. Эй! Будь осторожней. И ты тоже. Фух, ну что ж. Нам предстоит с вами походить по полицейскому участку. Как в старые добрые времена. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вы здесь впервые. И если вы здесь впервые, то муа, рад вас видеть. Не забудьте также про колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы, которые часто выходят. Часто, и они все очень прекрасные. Просто вот такие же. Вот такие же. У меня все вот и вот только так. По-другому не бывает. С вами Юджин, люблю вас всех и всем пять!